Здравия будьте, все, кто нас слышит и видит сейчас. Вас приветствует Древний Киев, столица Великого Княжества Киевская Русь. Спешим вам сообщить радостное известие, вестку, как говорили древние, и представить вашему вниманию вот этот пилотный проект, который называется «Древнеславянский разговорник». Нужно сказать, что аналогом этому проекту нет и в мире, и в Европе. Мы первые в Древнем Киеве начали этот процесс, и связан он с желанием возродить разговорную, древнеславянскую речь. Подчеркиваем именно разговорную. Наші друзі, в нас з вами є древня мова, витоки якої ви зараз і почуєте. Тож, бояни, привітай людей добрих мовою древньою. І це не завчений текст, це жива, чиста імпровізація. Це слово, яке народжується тут і зараз. Чи сов же мнітеся, добрий чоловік, своє ж биті в ограді на палаті Княженецькій? Рікомо слово лепо, воно ж слово уподобишеся, аки би ліпі. От земли, при выспе не возмедавшися, несему, не уподобишься оное, часому глаголу подобрит быти. Было бы оному, а не бы златницы, возлияна со сребницей, на село сердца возлоще, да прозябит оное глазом тучник, и утучнишься добрым плодом, плод добр, сирич, лепотность. Благодатие, здравие душ и телес, а паче плод добр во славеси. Нам же бити, а говладие приплавати людям во державе. И еже уладии, кормчий, искусен и добр зело. Так и владие безбедно приплававшися на езере вод. А еже кормчий гниле, не устроен, косен и леностен, таковы владеи снова утопати в тьме и воде. По всему помните, на месте сема, мы ищемся Богу, дабы послал кормчика лепотного державе нашей, я же выезд храбрец, будем мы с вами приплававшися. Кормчий все выезд где князь вели, ему слово рекоша, на оное отзывайтесь миром, славою, добром, лепотностью, благостью, здравия души и тела, во внозе и блазе лете. Дорогі друзі, якщо ви хочете так само навчитись говорити древню мову, ви можете ознайомитись з древньослов'янським розмовником. Це єдине в Європі унікальне видання. Донести до современного жителя Украины, не только Украины, мотивы и жизнь, ритмику древнеславянского слова. Этот проект создавался с целью наладить коммуникацию между современным жителем Украины и вот тем словом, которое питало и окормляло жизнь наших предков. Здесь собраны слова с летописей, богослужебных книг, законов, которые принимались в Киевской Руси в то время. Нужно сказать, что здесь собрана только крупица, малая часть тех слов, которые на данный момент есть в архиве Древнего Киева. Их порядка уже 10 тысяч. Поэтому, как вы уже поняли, этот пилотный проект служит для того, чтобы сделать первый шаг и вместе с вами возродить устную древнеславянскую разговорную речь. Приехав в Древний Киев, вы видите архитектуру, видите массовые зрелища, характерные той эпохи. И, естественно, вопрос возникает, на каком же языке, какая речь была, что слышали, как говорили, о чем говорили наши предки. Вот именно задача этого пилотного проекта древнеславянского разговорника и показать те истоки нашего праязыка, который является кладезем и источником всех современных восточноевропейских славянских языков. Здесь есть такие категории, как знакомство, финансы, еда, ночлег и так далее. То есть, приехав в Древний Киев и работая с этим разговорником, вы сможете завязать знакомство, переночевать в Древнем Киеве, заказать вкусную еду, разобраться с финансовым положением столицы Средневековья. Поэтому
вот этот в такой игровой, скажем так, юмористической где-то такой доступной форме, мы и делаем этот первый шаг. И он обнадеживает нас, потому что уже за тот месяц, который мы сейчас работаем с этим древнеславянским разговорником, у зрителей, у посетителей идет такой интересный, неподдельный, неподкупный мотив к дознанию, к реконструкции древнеславянского слова. Поэтому знакомьтесь, читайте и разговаривайте прекрасным древнеславянским языком, тем языком, на котором разговаривали наши мудрые предки. Thank you.